Мы на месте. Мы приветствуем Дарту, она идет к маме. Мы спрашиваем разрешение у мамы на диагностику и чистку Дарты. Мама дает разрешение, у Дарты в руках какая-то игрушка мягкая, не пойму. Дарта, а что это у тебя в руках? Лизается что-то у нее. А откуда он у тебя? Тебе кто-то подарил? Он говорит, это мой. А ты уверена, мне что это... Мне с ним спокойней. А ты уверена, что это твой? Кивает. Давай все-таки проверим. Даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Дарты под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. Ответственные за подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дарты, находит все. И просканируй эту игрушку тоже, сканер. Если это подключка, выводи ее, отключай полностью. Это подключка. Рептилоид этого Грея. Конечно, отлично. В клетке оно? Отправляю в клетку. Дарта, я тебе сделаю нового медведя, не беспокойся. Но у нее еще она должна выйти полностью. Хорошо, ждем окончания работы сканера. Значит, у нее черт с воронкой. Рептилоид в игре, и вот эта вот конструкция, она вышла в руке, как, ну, она посередине держит, а там как, ну, на зайца похоже, уши, ноги. Хорошо, вот игрушка, игрушка идет в клетку-тюрьму. Хорошо, рептилоид игры, вы перешли границу, вы уже ребенку подсовываете игрушки, да? Вы сегодня тоже получите от меня игрушку, но с ангельскими энергиями. Я посмотрю, как это будет работать в вашем биополе. Сколько у нас Греев? 2? Да. Ставим маячки, зеленый, красный, а органический, неорганический. 1 точно робот, а 2 какой-то моба огонька горят. Гибрид? Сканируем. Снимаются маски и голограммы. Все в клетке предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивают от них каналы к другим ответственным. Если таковые есть, притягиваются все, кто связан по цепочке в клетку-тюрьму, стоят в клетке-тюрьме. Ну, 1 точно робот, а 2 он... к низу у него робота, а вверху вживлено что-то у него от Грея. И управляет им рептилоид. Хорошо. Пульт у него в руках? Да. Отлично. Пульт переходит в соседнюю клетку. Конструкция вышла? Да. Отлично. И конструкция идет в эту же клетку. Сколько рептилоид с Греями находились в этом биополе? 2 года и 3 месяца. На каком основании вы сделали такой подход к ребенку с этой игрушкой? Кто вам давал право подходить к этой душе? У вас есть контракт? Нету. Хорошо. Отсутствие контракта не освобождает от ответственности, безусловно, а усугубляет ваше положение. Сколько черт с воронкой находится? Какой черт, Вера? Посмотри. 5. Хорошо. Где ты подцепился? Как долго ты сидишь? Ну, 8 месяцев сидит. Хорошо. И как ты выдержал эти энергии в доме? Чтобы воронка работала сильнее, она была в движении, ребенок, в смысле. Заводил ее. Ребенок заводил, понятно. Это значит, получается, ребенок тебе помогал удержаться. Черт там, заводил, да? Ребенка, да. А понижал от ее вибрацию. Движений. Да. Да, от ее движений воронка крутилась сильнее. Это позволяло черту выдерживать энергию. Хорошо. Эта лазейка сегодня будет закрыта. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать еще другие вопросы. Даю команду тонкой копии Дарты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкую форму. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Дарте. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что могла получить от них, возвращается к ним. Пока идет реверс, сканер просканирует полноту души Дарты. 97%. Я надеюсь для вас, что 3% находится в конструкции, иначе кто-то не доживет до конца этого сеанса. Вы передавали копии игры? Нет. Где находится 3%? Он на игрушку показывает. К игрушке есть канал, Вера? Да, конечно. Хорошо, ждем, пока вытащит. Забираем из игрушки частички. Находится на частоте Дарты, мощным потоком пошло назад. Готово. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Дарта забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Дарта себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Сколько сейчас процентов души, сканер? 100. 100. Отлично, хорошо.
С игрушки мы уже забрали. Сейчас заберем со всего остального. Готово. Черт, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе, ничего не забывай. Возвращайся назад, докладывай о готовности к проверке. Приступай. У нее гольф высокий снимает он. Готов. Хорошо, Гри, что-нибудь осталось на вашей чистоте? Посмотри, то, что мы еще не вытащили. Нет, все вышло. Все убрали, даю команду на рассинхронизацию Дарты с чертом с воронкой, рептилоидом, двумя Греями, конструкцией и этой игрушкой. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Отлично. Подхожу к Дарте, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Черт, я тебя первый раз отпускаю. Я тебя просто предупреждаю, если ты второй раз войдешь в этого ребенка на улице, где угодно, я тебя вытащу. Если она только пожалуется, после этого ты уже никуда не уйдешь, кроме галактического ядра. Если ты увидишь эту душу, обходи ее стороной. Ты меня понял? Понял. Готов уходить? Да. Открывается внизу воронка против часовой стрелки на чистоте черта. 1, 2, 3. И черт забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Связь. Первый раз увидели игрушку в виде подключки у ребенка. Рептилоид 2 Грея. 2 года, 3 месяца сидели. 1 Грей-робот. Пульт и конструкция находятся в клетке. Забрали 3% души. Души вернули? Конечно. Мы забираем все подключки, уничтожите. Благодарю. Под пультом и конструкцией Грея-рептилоида открывается воронка в галактическое ядро. Это все уходит на переработку. И игрушка туда летит. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Забрали? Да. Ждем. Отлично. Хорошо. Ну, Дарта, так лучше тебе? Поняла, где какая игрушка? Нет, она не поняла пока. Хорошо, тебя обманули эти злые. Давай сделаем так, я тебе обещал игрушку. Верочка, в твоих руках появляется мишка с заряженными родными энергиями Дарты. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. То ребенок будет думать, что мы у него украли игрушку. Готово. Как он выглядит, мишка? Красивый? Он как яркий, излучает энергию. Отлично. Вот Дарта, отправляем Дарте. Вот твой новый мишка. Вот он настоящий. И он тебе будет только радость приносить и счастье. И защищать тебя будет от всех сущностей. Теперь понятно? Понятно, но у нее эмоциональный фантом не мешает. Он ей. Хорошо, выходит эмоциональный фантом Дарты, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, также все низкие аббрационные эмоциональные энергии. Наверное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У нее фантом вышел. Он большой и горбатый какой-то. Поворачиваем фантом шар. Открывая воронку в галактическое ядро, и это все уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Теперь можешь мишку забрать. Нравится он тебе? Нравится. Отлично. Ну, это хорошо. Поехали дальше. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое силе было, оно проявляется. Ты знаешь, у нее на этой частоте вышел фантом этой игрушки рептилоида. Они магию применили, да? Видимо, к тонкому телу. Мне но фантом. Хорошо, правильно делаем, что мы проверяем всех. Вышел этот фантом, открывая воронку в галактическое ядро, и фантом уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Пусть тонкая копия Дарты вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 220. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Дарты до числового значения 220 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Дарта, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Хорошо. Отлично. Будем возвращать тебя назад в твою систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Теперь тебя уже ничего беспокоить не будет, а игрушку никому не отдавай. Эта энергия твои родные, она тебя будет защищать от любых вот этих вот, которые тебе приходили. Все поняла? Эта игрушка показывает, как она будет защищать. Это ее родные энергии, и они как в виде мишки, и у него мимика меняется, и
Шрята будет видеть, что душа защищена, когда она будет расти, эти энергии, они просто сконцентрируются в ее стержне, когда она окрепнет. Хорошо. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Дарта в ее систему биоробот-душа, заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга, проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Ее идет информация, что Дарта, она в натуре лидер, и ей нужно энергию куда-то выплескивать, и спорт для нее был бы хорошим выходом из этого. И лучше, конечно, чтобы это был групповой спорт. Конечно. Командный, то есть. Командный, где играет футбол, да, там волейбол. И где бы она смогла с другими общаться. Да, балансировать, учиться гармонизировать в команде именно. Очень хороший совет. Благодарим куратора. Потому что спорт, где она одна, может ее сильно подкосить, если она будет проигрывать. Когда это команда поможет ей именно справляться с выигрышем и проигрышем. Очень важное замечание. Благодарим за эту информацию. Мы это все передали. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.